Летом 2014 года впервые в Украине новый молодежный проект «Сильное поколение». Полезно, увлекательно, активно. Новые опыты с Богом. Новые города. Новые друзья. Со 2 по 13 июля 2014 года в 12 городах Тернопольской области. Центр проекта – город Тернополь. Молодежь от 16 до 30 лет. Молодые неженатые люди от 30 до 40 лет. 12 лидеров. 12 команд по 12 участников каждой. Плюс вспомогательные команды. И всего около 300 участников. Это социально-евангельские служения. Подробнее на сайте www.сильноепоколение.info. Для меня быть участником проекта «Сильное поколение» — это значит... оставить все и нести весть спасения тем, которые о Боге ничего не знают. Это служение людям. Это ежедневное свидетельство. Это почувствовать реальное Божье руководство в своей жизни и служении. Распрощаться с ленью, апатией и равнодушием. Я убежден, что участие в проекте укрепит мои отношения с Богом. Это поможет в борьбе с грехом. Возможность посмотреть на некоторые вещи по-другому. Это покорять новые вершины. Сильное поколение – это выйти из зоны своего комфорта. Да, это занимает некоторое время моих каникул, но спасение людей стоит большего. Это то, чего ожидает от нас Бог. Проект «Сильное поколение» – это время ваших каникул для миссии. Летом 2014 года в западном регионе Украины это будет только старт для 12 команд. Около 300 волонтеров будут участвовать в различных видах социального и евангельского служения в 12 городах. В следующем, 2015 году, мы ожидаем более 1000 участников в проекте «Сильное поколение», которые объединятся в служении, но уже на востоке нашей страны. Я приглашаю вас, молодые люди, принять этот сильный вызов для себя, для того, чтобы покорять духовные вершины в виде городов и селений, принося людям надежду. Оставьте свой яркий и положительный след на страницах истории. Посвятите себя для участия в этом удивительном путешествии вместе с Богом и друзьями. Проект «Сильное поколение» адвентистской молодежи в Украине ждет вас!